Плазмолифтинг или PRP-терапия заключается в том, что у нас в тромбоцитах содержится вот этот PRP-фактор, а PRP-фактор – это основной фактор роста фибробластов. А фибробласты – это клетки, которые синтезируют коллаген. Ну, а коллаген – это основа молодости и всего на свете. То есть тургор – это красота, это все коллаген, здоровый коллаген. И мы берем у пациента кровь, выделяем плазму, выделяем тромбоцитарное звено, стараемся еще разрушить максимальное количество тромбоцитов, выделяем вот этот фактор, PRP-фактор, и вместе с плазмой вот это вот вводится пациенту в кожу и иногда в связки. И мы получаем, в общем, эффект сияния, там, омоложения и все такое. Эта же процедура, кстати, может использоваться для лечения выпадения волос. Прекрасный вообще, просто сногсшибательный эффект.